Не. По-моему, да, на веревку просился. А, видите? Сними сзади. На фаркоп, говорит, просился взять. Фаркоп оторван с мясом все. И с куском бампера. Мы не застрянем, пацаны. Леня застрял вон. Леня застрял. Кукса говорит, да. Чтобы в окоп не попасть нигде. А Нива вот уже где аж. Мы правильно едем? Блин. Так, едем назад куда-то, к Бородачу, там что-то происходит. Давай, Кокса, мы дышим первое. Там, ну ладно, еле. Ё-моё, это жесть. Это жестко. Жестко, блин. Не, он тут по пробитому. Отсечка срабатывает? Да. Да? Да. Так. Что уважает трамвай справа? На Бородач потянул машину. Где? На выезд. На выезд потянул? А какую? Крикнуть в рацию. Какую? А вон. Не, вон там. Слышь, а что там их так много? Да, это Саня сюда залетел окопчик. Елочку. И что тут происходит? Что такое-то? Вот, Черкан, под... короче, колесо. На чем? Чероки. На Чероки? Да. А у него 514 разболтовка. Гранд, и такой ни у кого нету, если у него. О, подъезжай туда. О, будем прямо в окно там снимать. Подъедь окном туда, можешь? Но я не хочу. Запаску ставить малоразмерную, понял? Докатку ставят? Докатку. Поехали, поехали, докатку ставят. Ё-моё. Приехал, сейчас Бородач будет говорить, что я приехал хайпиться. Хулиганы. Блогера как привезли, ничего себе. Вот это блогер по Матьялову приехал. Хулиганы. Саня, Саня. А от УАЗов уже надо потихоньку уходить. Ну, да, ты уже решил. Привести. Уже, ну так а что? Мы их только обременяем своими вот, вот, приключениями. Короче. Обременитель, сними маску, елки. Ты же не в супермаркете. Да, ну запрет же, есть запрет. Просто сказали с Русланом базарить только через маску. Бородач смотрит, наверное, на унимо хочет менять, да? Салон, смотри.
Его надо назад ставить. Да, вот это колесо серьезное. Да сателлитку включи, здесь дорога. Блин, чуть не проехали, елки-палки. Спасайте. Да, неожиданный поворот. Но зато фотка хорошая у тебя будет. Вот сейчас достанет. Неожиданный поворот, да? О, это было зря. Давай, ты ушел вниз вообще. Наверное, лебедой надо. Где-то хоть не бомба какая-то. Там рука чья-то. Вот это? Моя перчатка, ё-моё. А вторая где? Вторая, наверное, под колесом. Да, да. Ты можешь наступить. Есть вторая, нашлись. Так, Range Rover. Следующий претендент на победу. Да он за патрол подальше лучше. Так за диск цепляй. Да, так за патрол цепляй. Поперек не будет стаскивать. Давай, цепляй. Звук хороший. Так, зацепили. Антон, ты скот! Колеса лево, левое, колеса. Чуть влево роль. Натяг, первую не пониженную готов. На все блоки поставь. Все стоят. Блин, копнул хорошо там с этим. Пошел? Вправо руль, вправо руль чуть-чуть. Не, нормально. Максимально до машины. Не копай, не копай. Не копай, это. Так, поехали. На первый. Главное. Давай! Так, сейчас нажимай, ехал подъем. Куда-то вот. Прямо нам надо. Вот туда прямо вроде вот, надо. Вот, вот правее. Вот правее, Антон. Сейчас нажимаю подъем. Это я. Правее там. Вот сюда, во, дорога, смотри. Это как раз этого. Вот как раз это и есть. Дорога этого. Вот. Бородача? Нет. Да не, вот. Самурая. Самурая, да? Да, что он тоже где-то копает. Дается внимательно, чтобы не проехать. Охереть вообще. Они за нами проедут тут? Левее бери. У нас колея еще пробита широкая. Я сейчас возьму, хай вони... Самурай направо пошел, там провалився. Подождем, хай вони проїдуть до нас. Ого. Да. Жестячок. А где они, ты видишь их? Едут, сзади едут. Еду, да? Да, да. Первым тяжело вообще. А, вот уже мы на дороге, да? Вон они, видишь, сзади еще. Сзади за все. Нами все едут, там, все, да. Там серьезные внедорожники. Слышь, как-то у вас подлокотники погнулись, пацаны. Это от оффроуда? Это да, это от веса. Танцевалы, да. Танцевалы. От веса. Что-то выключилось. Стой. Блокировка. А ну, стой. Да, давай. Так я что же? Ты, стой. Газу. Давай. Проверка. Нет, права не буксуй. Все, не робить. Не робить права буксуй. Йоханый бабай. Сейчас заработает. Не буксуй.
Витя, я с домкратом пирата. Все, я свой домкрат. Какой размер запасы? 5114,3. Ну, на этой модели такой. И ни у кого нету такой. Есть. Андрюха, одень ему капюшон. Из-за стенги. Качаем. Где компрессор? Несут, два. Разные могут быть понятия, гаражная премия. Чей домкрат? Я сейчас заберу. Это с патруля. Это если не прикопают. Отдай домкрат. Все, смотри, за. Несите это. Все, она качает. Да вроде качает. Да, все нормально. Качать они будут, а 4. Пошло сразу. Вот посмотришь, когда профессионалы взяли за работу, они лошадки. Сколько у него дуть? 50 максимум. 50 атмосфер максимум. Не, 80, ну там 80. Ну ладно, 70 дуй, Саня. У него. Плотнее подходите, так теплее, когда все рядом. Да, надо надышать. Давай. 4, да. 4 качай. Становитесь плотнее, теплее. Плотнее. Чем плотнее наши. По пингвинному лопаты. Чем плотнее наши лопаты. Мы ближе к лопате. Чем толще наши морды. Нипель вкрутит, тогда будешь открыть. Совет директоров стоит для хомуха. О, смотри, подсматриваю. Дальники страшные делайте. Фото против ветра и солнца. Главное не ссать. Так а ходом шел машина? Ходом этот шел? Компрессор не качает. Какая? Качаю, качаю. Он... А замерз компрессор? Все, он замерзает качает. На такой давай, погоде. Кручивай давай. Вторая. А если плюс с минусом перепутать? О, компрессор серьезный. Так, финишная прямая. Передовой отряд ушел. Полигон. А мы еще на полигоне. Сейчас докатку накачаем и летим. Солнце опять вышло 27 раз за сегодня. Так, V8 работает вообще. Красиво. Даже не сдували, полетели с колеса. Возьмите, кто подержи, да, Паш? Я защику положил. Да, да. О, какой-то новый, на слышишь? На чекай, как он. Насилие это белое. Может, Коня, может, не может, здесь, здесь. Так оно вообще не сдувает. Что-то не накачивает. Ого! Патрубок. А, это глушитель, господи, как патрубок. А капот закрывать не будем, это самое, ты туда ляжешь, чтобы тепло тебе шло. Да, да. От генератора, блядь, в основном. Генератора. Здесь вот. Лузи, снимай, Олег. Нашел дырку? Видишь, вот оно тут не село. Вот это надо отвертку давай. Так надо спустить. Лёня, машина, а Лёня. Лёня жесткий, видел? Инструкцию насмотрелся, тайзанистый. Да нет, был бы у вас, был бы у вас у немок, вы бы тоже, был бы у вас самурай, вы бы тоже такой. Отвертку или нож? Да лопаты, подлежи, Вань, вставляй пальцы. Бородачу только глумится, глянь, полностью на хайпе. Тикток. Два старых тиктокера. А Руслана можешь так же? Пендикс. Колесо от мотоцикла, блин. Он тебя сможет прооперировать, если захочешь. Андрюха, сможешь прооперировать бородача? Смотри, да. Он часто выкидывает нож, судя по потертости. Подожди. Не на камеру, такое сегодня утром стою и так думаю. На камеру? Ну да, да. Здоровались эти с тобой? Хоть бы срать не захотелось в лесу, это самое. В всех комбинезонах зимой. И что вы думаете? И что, бегал уже? А я смотрю, у тебя не было минут 40 где-то. А где компрессор? Еще нет. Давайте подумаем. Давай маленький тот. У меня есть горелка, можно горелкой. Он опять. Ну расслабиться. Все, так чистили, и оно там осталось. Да внутри оно с ним пусть нет, будет. Нет, на ободе было. А то когда брось. Чистили, да. А ну пальцами проверь там без этого. Без нафиг. Коня, давай, удар, 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 ничего. Подожди, Руслан, перекинь ногу. Вот раз и зубы выбило, да, ручкой при ударе. Пошел спускать за машину.
О! Леня, да, Леня, я тебе говорю. Леня по прозвищу шиномонтажный станок. Если кому деньги надо будет достать. Выдувайте. Такого еще не было. Слышите, а можете еще пару раз дунуть для этой, для статистики? Американских машинах на этих больших. На каких это машинах крутится так? Драгдилеры есть? А, драгдилеры? Диски отдельно крутятся внутри диска. Так это же оно и есть, это же американское. Может, пора в СОС ОРМ написать? О! Кидай точку! Давай! Кидай точку! Удалили! Не могу! Получилось, наконец. Нормально так же хлопнул. Да не, сейчас накачается. Клянешься? Век смерти не видать. Да держи, кстати, а то сейчас оторвется. Держи, Леня. Я боюсь, я да, не могу. Ну ты же на монтажник же у нас. 60, я уже яйки повезло. И пирату повезло. И возле церкви они приземлились, да? Как раз направление правильное было. А кто так заправляет, Андрюха? Андрюха, как... Ты когда на шиномонтаже работал последний раз? Так он же не был шиномонтажником просто. Будем в снегу искать. Леня, блин! Ты должен был эту функцию выполнять. Саму туда всосал. Меня перечили, я шо? Вырвали из рук, да, ниппель? Я вырвал. Нормально. А где Витя сейчас, елки-палки, на УАЗе? На церковь поехали все. Да? Уже молятся за нас, да? Нам осталось 4,5 километра. Сними намордник, тебя плохо слышно. Да не надо, компромат на меня записываешь. Сейчас Витя еще колодки. Витя, колодки мы не будем здесь менять. Витя, остановись. Жаровые. Витя, они все опасны, да? Сколько я Витя знаю? Да, я тебе хоть лед сниму с ушок. Я выпью потом. Дай конденсат. Витя. Подожди. Собери для коктейля, Руслан. Для коктейля собери. Вот, снимай. Нет, он не снимается. Как не снимается? Да, с губами только. Бородач решил сжечь колесо, чтобы оно нас не мучило. Отсекать его? Сразу говорил, что надо сжечь. Давайте это за машину. А не, никто не будет. Вот сюда давай, за машину, чтобы патрол сгорел, давай. Подожди, камеру надо, так не загорается без камеры. Давай попробуем спичками. Она какая-то херовая. Да, да. Она подделка. И в прошлый раз так же. Спички тоже поддельные. Пожарные. Две МЧС. МЧС. 3-го года. А там газа нет тоже. Есть. Давай сюда. Газа тоже там немного. Так, пытаемся расплавить лед внутри. О, как резиной запахло. Запахло. Как на дрифте. Дрифте, бородач. Видно, опытный обжигальщик, да? Стрижки огнем. Твой огрей. Мастер, опять он тут доминирует. Иди к Славинскому доминируй там. Его за... Вторая сторона. Может не так. Подожди, может положить и кинуть немножко снежка. А сейчас мы прокрутим, а потом ты. Давай, ты прогони здесь вот это пару кругов. Давай. Я по принципу, что если этот снег расплавился, то и внутри расплавится. Да не, у нас еще металл чтобы прогрелся. Ну так он прогревается. Ну если этот снег плавится. Этот снег ты костром разжигает. Да, ты же огнем вот такое. Ну, это все равно железяка греется. Мерзлая какая-то. Нормально. Обычно. Блин, проверка идет, слышишь, как
Как в серьезных шиномонтажах, блин. А где Леня шиномонтажник? Тоже греть только. Оно сейчас лед замерзнет и не будет спускать там. О, тоже вариант. Давай, на другую сторону. Да нету там. Давай, с той стороны основное спускание было. Спускание. Спускание. Бородач, ну елки, что-то руки тебя не держат. Да куда ты? Новые штаны у меня сегодня. От убитого мента. Мента, говорим. Перье очень хорошо. Блин, Геленваген уехал, кажется. Не, ну как только это. Портится погода, сразу начинается, когда все, нормально. Лед расплавили. Коллективный разум, самый разумный разум. По трешке время должно было быть. Крути, не отвлекайся. Так, ну все, с колесом завершили. Иду в серьезный внедорожник опять. Меня сегодня бросает из стороны в сторону. То в один, то в другой. Ну что тут, Леня? Ты хочешь сюда солезть? Да. Я тут обогреватель включу. Так выключай. А как же ж без него? Будет холодно? Так я сгорю так или нет? Ну, чуть-чуть подгоришь, но не сильно. Не, чтобы не загореться. Закрыл дверь? Наверное.